Привет, дорогие подписчики, с вами Android News Pro. И сегодня очередной Android Vlog. Что новое произошло за эту неделю? Нового ничего такого не произошло. Если вы смотрели мой предыдущий Android Vlog, то вы видели, что у меня стояла Яндекс строка. Android Vlog называется Cortana от Яндекс. Ну, сейчас у меня стоит стандартный поисковик от Windows. Почему я снес Яндекс строку? Мне она не понравилась из-за того, что она не очень понятно и правильно распознает голос. И то, что мне нужно искать в интернете и на компьютере. Поэтому я просто снес до того времени, пока Microsoft не сделает Cortana на 10 Windows. На русском или на украинском языке. А так, что еще хотел сказать, я уже монтирую не Sony Vegas, а уже монтирую в Adobe Premiere Pro. Из-за чего это? Я просто хочу выйти уже на профессиональный уровень, чтобы уметь монтировать лучше, чем Sony Vegas. Хотя некоторые свои трейлеры и некоторые видео, да, будут смонтированы в Sony Vegas, поэтому не удивляйтесь, что некоторые видео могут отличаться качеством. Так, ну и по-моему все. А, еще. Скоро будет уже трансляция на канале, первая трансляция, в котором вы сможете задать мне свои вопросы. Вопрос по поводу канала, по поводу меня, что будет нового на канале. А пока я думаю, что на этом видео можно закончить. Ну, я специально не делал это видео такое длинное. И, кстати, вы оценили трейлер Android Vlog? Если да, поставьте лайк. А с вами был Дмитрий, канал Android News Pro. Пока!